Заполненные трибуны стадиона «Брестский» в день первого матча чемпионата Республики Беларусь по футболу – вполне объяснимое явление. Болельщики «Динамо» Брест нескрываемыми эмоциями предвкушали игру. Любимая команда получила лицензию для участия в предстоящем сезоне высшей лиги. А это значит, впереди интересные и насыщенные поединки, следить за которыми они, вне всяких сомнений, будут очень внимательно. Мне эта команда нравится, потому что она хорошо играет, она очень хорошо в защите стоит. На сегодня ожидаю, что хотя бы равный счет будет. «Динамо Брест» – это наша команда. Это брестская команда. Я всю жизнь, сколько живу, столько и болею. Я думаю, сегодня будет ничья. Но мы так всегда начинаем. Мы являемся, естественно, болельщиками, ярыми болельщиками команды «Динамо Брест». Наши дети – это тоже игроки младшего состава «Динамо Брест». В Дюшоре занимаются. Занимаются Дюшором, да. Мы болеем, постоянно ходим. И дети, чтобы развивались и поддержать свою команду. Право торжественного открытия чемпионата Республики Беларусь среди команд высшей лиги было предоставлено главе города над Бугом Александру Рогачуку. Председатель горосполкома поздравил игроков с началом футбольного сезона, а также поприветствовал многочисленных футбольных болельщиков. Город Брест всегда был, есть и будет футбольным городом. Сегодняшняя игра тысячи болельщиков тому подтверждение. Хочу пожелать болельщикам ярких спортивных эмоций, а командам, которые будут играть здесь в течение сезона, успехов. Спортивных успехов и тоже ярких впечатлений. Первые минуты матча, ровное ведение игры двух команд. Учитывая силы чемпионов, футболистов БАТЭ сложно было предугадать финал игры. Однако болельщики «Динамовцев» рассчитывали на положительную развязку. Мощная поддержка с трибун красноречиво свидетельствовала о вере в команду. Соперник взял инициативу в свои руки. На 21-й минуте бересовчане открыли счет. Насыщенная игра началась. Главная интрига поддерживала волнение болельщиков. Хозяевам матча вскоре удалось забить мяч в ворота соперника. Однако сильная игра футболистов БАТЭ определила итог встречи. Несмотря на проигрыш 1-4, игра брестчан была на высоком уровне. Порядка 5000 зрителей собрал первый поединок сезона, и это неплохой старт. Учитывая такой ажиотаж, несложно догадаться, что будущие матчи будут проходить жарко и насыщенно.